Привет, Good Game. Мы находимся в поселке городского типа Йончопинг, где проходит DreamHack Summer 2017. Будет много материала отсюда, будут интервью. Я думаю, что никто не откажется из наших, может быть, с кем-то из иностранцев поговорим. Но начнем мы с обзорной экскурсии, посмотрим, что здесь есть. Начнем со входа и пройдемся по всем стендам, интересным для нас. Пойдем. Вход не очень интересный. Да, кстати, обратите внимание, как люди приезжают на DreamHack, берут из дома кресла, мониторы, системники и приезжают сюда, в специальные зоны, чтобы здесь играть. А, кстати, вход сюда стоит на один день 200 крон, это примерно 1500 рублей, и на все дни 800 крон. Можете посчитать, сколько это будет в рублях. Для того, чтобы занять место с компьютером, что-то около 600 крон, в зависимости от местоположения, потому что есть зоны, где... Допустим, есть VIP-зоны, есть обычные. Что там случилось? Окей, can we go? Yeah, sure. Ва? Или хуйки, или бед лёгов кому? Да, дэн. Вот, кстати, перед нами одна из зон, одна из самых дешевых, располагается при входе, далеко от всех сцен, далеко от основной движухи. Слева зона Street Fighter. Это один из этапов Capcom Pro Tour. Смотрите, люди приезжают со своими аркадными джойстиками, падами. Призовой фонд, кстати, довольно неплохой. 10 тысяч долларов. И мы подходим к... одному из двух главных павильонов. Здесь находится сцена Heroes of the Storm. Близы начали активно продвигать эту игру, особенно ее киберспортивную составляющую. И я думаю, что самая красивая сцена здесь — это именно по Heroes. Посмотрите. This team of Tempo Storm with an Abathur and a clone Zeratul, somebody on the side of Roll 20 better be careful. Yeah, every single member of Roll 20. Симпатичный кубок. Скорее всего, он достанется корейцам. Очень шумно, я не знаю, как меня слышно. Постараюсь говорить погромче. Сейчас играют Tempo Storm и Roll 20. Это две североамериканские команды. Кстати говоря, это финал лиги. Здесь собраны
победители и финалисты региональных турниров, то есть лучшие команды мира. Призовой фонд $250,000. Здесь находится еще одна зона с простыми людьми, где они приходят, кто-то смотрит фильмы, кто-то играет. Черти что происходит, в общем. Не будем здесь задерживаться, пойдемте дальше. И, кстати говоря, DreamHack в Швеции – это прежде всего не прийти посмотреть какие-то турниры. Здесь очень много приезжает людей именно поиграть, поучаствовать, потусоваться с друзьями какими-то. Очень не похоже на наши турниры, где просто ты приходишь и смотришь. Здесь не так. Причем хорошие позиции здесь, все это очень дорого. Если ты хочешь сесть поближе к движухе, то это будет довольно дорого. А справа Pokken Tournament, я думаю, это смесь покемонов и Tekken. Не знаю, вот посмотрите на профессиональных киберспортсменов. Посмотрим, что из них вырастет. Может быть, они начнут играть в StarCraft. Здесь зона Super Mario, Smash. Посмотрите, минутка ностальгии. GameCube. Игра, по-моему, 2002 или 2001 года. До сих пор проводятся турниры. Например, здесь призовой фонд, по-моему, $10,000. Представляете? Пойдем дальше. Как обычно, на таких выставках спонсоры. Не будем о них особо распространяться. Все вы их и так прекрасно знаете. И сейчас мы идем как раз к месту, где проводится турнир по StarCraft, где принимают участие в том числе и наши игроки. Это Блай, это Минато, это Хадес. Должны были приехать еще в Крит, Стрэндж, но возникли проблемы с визами у второго, а у Крида внезапно возникли проблемы с учебой, и поэтому он не смог приехать. Кстати, да, должен был еще приехать револьвер, но вы все знаете эту историю. Кстати, 350 тысяч просмотров у этой новости на Good Game, это, конечно, в кавычках, успех. Слева находится зона Rocket League. Очень популярно, посмотрите, сколько зрителей. Привет Боничу. Надеемся, он здесь поучаствует когда-нибудь. Да, кстати, перед нами Стефана Тилоу. Оператор может приблизить, как парни кликают. Давайте попробуем найти наших, кстати говоря. Отсюда я никого не вижу. Вижу Снута.
Давайте посмотрим еще, вдруг нам повезет, и мы найдем кого-то, посмотрим, как они играют. Кстати, вот место Крида, но, к сожалению, его нет. Здесь он должен был бы сидеть. Смотрите, девушка играет или парень, вот так не поймешь. Шведы. Все-таки, наверное, это парень. Да, вот посмотрите, игрок команды Каскад. Второй от нас. Судя по лицу, дела идут не очень. У него сейчас первые матчи против Фина Жужеланга. Если он его обыгрывает, то, скорее всего, проходит дальше. Посмотрим, удастся ли ему. Желаем ему в любом случае удачи. Давайте еще посмотрим, здесь ли Блай. Он играет после них, поэтому, возможно, он гуляет пока. Нет, я была, не вижу. Пойдемте дальше, посмотрим на нашего оператора. Отвлекают. Да, вот корейский уголок. Здесь играет Тру, и, скорее всего, он один из главных претендентов на победу. Впрочем, ничего удивительного, кореец среди европейцев. Ничего страшного, что мы сейчас Блая не увидели. Мы обязательно с ним поговорим, обязательно спросим подробности его игр, как он доехал и так далее. Кстати, здесь проходит крупный турнир по Counter-Strike, и одной из приглашенных команд является Гамбит. Наши ребята, тоже будем болеть, постараемся с ними поговорить. Кстати, да, перед нами Зевс, и посмотрите, как он настроен. Он готов всех разрывать. Помимо них здесь КЛГ, Cloud9, Fnatic и очень много зрителей пришло, как всегда, на шведов. В Швеции будут сильно болеть за них. В принципе, мы все обошли. Есть еще зона по Хардстоуну, но она около пресс-зоны, и, кстати говоря, можете написать в комментариях, интересно ли вам посмотреть на пресс-зону. Если да, то мы покажем, как мы работаем. А так, пока все. Еще увидимся. Пока, до встречи.